don't know you, don't you? All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. Thinking all night, cause the doubt is sticky too. Yes, I got a thousand references, sir, just like you. All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. Las mujeres me la pa'
en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo yo me quedo loco. Tú le das a mami con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por muñeca, por favor. Where should I begin? Man upon a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, know my level, double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a Мы рады приветствовать всех поклонников большого футбола. Мы — это ваши комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень любопытный матч нас ожидает. И смотреть мы его будем, разумеется, в прямом эфире. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяин. В воротах Тибо Куртуа. Менди в защите сыграет с Даниэлем Карвахалем. Тони Кросс вместе с Лукой Модричем в центре полузащиты. И в нападении с первых минут играет Эден Азар. А как насчет навеса здесь? Тони Кросс. Лука Модрич. Переходят они в атаку. Тони Кросс. Карваха. Росс. Эден Азар. Модрич. Можно забивать. Сегодня гости начинают в следующем составе. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Тиаго Алькантара. Итак, смотри, парни-то все известны. Что они нам сегодня покажут? Посмотрим. Эти ребята действительно сейчас в очень хорошей форме. Так что защитникам и вратарю обязательно нужно быть сегодня предельно внимательными. Альваро Одриасола. Леон Горецкий. Серж Гнабри. И ближе к воротам игра переходит. Отдавать мяч нужно, есть кому. Пас не получился, и мяч уходит за боковую. Тиаго Алькантара.
Леон Горецко. Здорово он с мячом идет. Не смогли они мяч удержать. Дрогба. Лука Модрич. Пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. Азар. Модрич. Кросс. Именно Тони Кросс, тот мостик между защитой и атакой, устойчивость которого определяет уровень команды. А сейчас вперед можно выйти! Вот как надо играть в защите. Вот. Навязывают ему борьбу. Кингсли Коман. Тиаго Алькантара. Играет он на партнера. И пробил. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Тони Кросс. Тони Кросс из тех, кто усилит атаку любой команды, но и черновой работы полузащитник не сторонится. Очень таких футболистов ценят и партнеры, и тренеры. Знают, если что, Кросс подстрахует. Лука Модрич. Азар. Лука Модрич. Хорошая атака прерывается. Тьяго. Леон Горецко. Серж Гнабри. Тьяго Алькантара. Светлая голова, причем в любом из смыслов. Его нестандартные ходы и решения всегда идут команде на пользу. Именно Модрич сегодня будет расставлять акценты в атаке, решать, кому и когда достанется мяч в позиционном нападении. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Росс. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Тьяго Алькантара. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Леон Горецко. Не застать врасплох вратаря таким ударом. Уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Навешивает с углового Тьяго. Ну вот чуть-чуть поточнее бы сыграли, и по-другому могла эта атака закончиться. Можно навес сделать здесь. Тьяго Алькантара. Альваро Одриасола. Буатен. Хорошее владение мячом они показывают. Все в рамках правил, можно играть. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Ну, одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум. We'll be right back.
Второй тайм начался. Леон Горецко. Тьяго Алькантара. А вот Серхио Рамос позволяет своему визави уйти от него. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Тьяго. Очень хорошо он умеет в пас играть. И еще один прекрасный пас в его исполнении. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Эден Азар. Азар на фланге, никто ему не мешает. Может тут навес получиться. Они забрали мяч и не расстаются с ним. Тони Кросс. Модрич. Дрогба. Дидье Дрогба. Просто надежно сыграл вратарь. Отбил мяч куда подальше. Да и дело с концом. И навесить тут нужно. Здорово сыграно в отборе. Аут. Стараются они сравнять счет, но пока что не удается им это сделать. И в последнем моменте уже вроде все, забивай, но вратарь сыграл просто невероятно. Росс. Как здорово он игру читает. Пошли последние полчаса игры. Вперед он тащит мяч. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Кросс. Модрич. Кросс. Есть вариант развития атаки. И соперник позади. Можно подать. Отличный перехват, очень вовремя. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. И вперед он идет. Тьяго. Удар. Ох, как удар он смазал сейчас. А ведь очень хорошо все делали они в этой контратаке. Да, движение очень грамотное, все быстро и четко было. Только вот самый важный момент, не хватило исполнительского мастерства. Леон Горецко. Идут они уверенно в атаку. Тьяго. Буатен. И что дальше тут будет? Хороший отрезок сейчас проводит команда. Может, из этого что-то получится. Какой опасный момент был. Представляю, как он сейчас переживает. Ведь мог увеличить разрыв в счете. Рафаэль Варан. Рамос. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Дрогба. Есть партнеры в атаке с ним. Азар. Азар. Нойер хорош. Буатен. Тьяго. Леон Горецко. Тьяго Алькантара. Отлично сыграл. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Вы только послушайте, как стадион здорово поддерживает свою команду. И как он дальше мячом распорядится.
Впереди еще 10 минут. Игра на три исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Дрогба. Есть у него с кем сыграть в атаке. Альваро Одриасоло. Тьяго. 5 минут остается до конца игры, и преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Вы представьте себе, если комментаторы будут во время матча комментировать в полголоса, вот так, как вы сейчас играете. Это разве здорово? Очень хорошо мяч ходит у них по всему полю. Играют они в пас со знанием дела. Сразу видно, чему больше всего времени уделяется на тренировку. Буатенг. Тьяго. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Хорошо, атака развивается. Тьяго Алька. И это удар! Перекладина, но мяч в игре. Мяч перехвачен. Плохо. Неплохо он с мячом идет вперед. Защитник остался позади. Защитник перехватывает этот навес. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Еще раз придется вводить мяч. И звучит финальный свисток. Хороший матч мы сегодня увидели. Действительно, сегодня оборона победителей... Играет он на партнера. И пробил. Есть гол. Счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Интересно, куда дальше мяч пойдет. И вперед он идет. Тьяго. Удар. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Может, из этого что-то получится.